Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Minecraft Story Mod. И, ребята, по-прежнему это второй сезон, и вот вышел третий эпизод. Ребят, ставьте как можно больше лайков и поехали. Больше, чем чувства. Джесси и остальные должны проникнуть в опасную тюрьму с еще более опасными обитателями, чтобы добраться до тайны в самом ее центре. Когда враг попытается привлечь друзей Джесси на свою сторону, все ли они смогут воспротивиться? В предыдущих сериях. Мир может быть очень страшным. Злодеи бывают просто огромными и почти непобедимыми. Стресс от спасения мира может настроить друг против друга даже самых лучших друзей. Не все будут на вашей стороне. Кто-то захочет воспользоваться вашей добротой, но настоящий герой поймет, что нужно сделать, и вдохновит на это остальных. Но страшнее всего даже для самого храброго героя узнать, что злодей куда ближе, чем ты думаешь. Это еще что такое? А где мои вещи? Перчатка. Надеюсь, Петре нравится ее носить. Надо возвращаться и искать админа и друзей. Приглашаем гостя проследовать по оранжевой линии на полу в зону регистрации. Прочищает горло. Приглашаем гостя проследовать по оранжевой. Проследуйте по оранжевой линии на полу зоны регистрации. Ага, ясно. Приглашаем гостя проследовать по оранжевой линии на полу в зону регистрации. Или вас ждет лава. Got it. Point made. Все понятно. Музыка в стиле 80-х, ребят, или мне кажется? Если так, то это топчик. Oh, look. Смотри-ка, оранжевая линия. Коренная порода. Админ сказал место, где вы больше никогда не увидите солнечный свет. Что это за место? Джесси, как прошел твой день? Просто отлично. Пообщались с одним красным сверкающим всесильным психом, который запер меня в практически неразрушимой клетке. Лава. Отсюда я без сомнения попаду в место полной радости и солнца. Музыка мне нравится очень. Oh, don't
Ой, не обращай на громилу Хэнка внимания. Он тут следит за тем, чтобы гости вели себя прилично. Поглядим-ка, поглядим-ка. А, вот. Джесси. Добро пожаловать в Солнечный институт. Добро пожаловать в Солнечный институт. Здесь перевоспитывают тех, кого админ счел трудными. Я буду вашим стражем. То есть этот дурдом тоже создал админ? Разумеется, админ – неиссякаемый источник блистательного, этого роскошного правительственного. В том числе и этого роскошного исправительного центра. Исправительного, не правительственного, неправильно прочитал. Прошу прощения. Может, даже подружимся однажды. А короче, это тюрьма. О, нет-нет, давай без слова на букву «Т». Но это же реально, с начальством не спорят, админ это слово запретил, вот мы его и не используем. Ясно тебе? Вы же в курсе, что прямо сейчас он на вас не смотрит, верно? Кто знает? Как же мои друзья? Мне нужно к ним возвращаться. Админ надел на одного из них перчатку. Он дал твоему другу перчатку? Вот счастливчик-то. Значит, этот друг больше всех понравился админу. Завидую. Наверняка твой дружок отрывается по полной. Да вы вообще не понимаете, о чем говорите. Следи за языком, Джесси. А если твои дружки похожи на тебя? Скоро их отправят на перевоспитание, не сомневаюсь. А теперь подожди-ка, у меня здесь еще один гость. Мужчина, седая борода, шевелюра описана как роскошная. Огромная куча псевдонимов, какие его. Да, это Джек. Джесси. Не говори. Надо отсюда выбираться. Погодите, туда нельзя, это опасно. Держи их, помощники. Поверить не могу, что мы так вляпались. Все потому, что я не разглядел, что ВОЗ это на самом деле админ. Эй, админ обманул всех, не только тебя. Но я должен был это предвидеть, должен был быть лучше. А теперь у админа и Петра. Я не знаю, как мы из этой истории выкарабкаемся. Эй, бей тревогу. Без оружия шансов у нас нет. Тогда бежим. Куда? Туда, где их нет. Держи их, не дайте им добраться до норы. До норы. Музыка точно из 80-х. Ну, привет 80-м. В стиле 80-х. Просто балдею. Обожаю такой стиль музыки. Так, надо понять, где мы. Это что? Ого! Меньше всего ожидал такой стиль музыки в Майнкрафт. Здорово, еще больше странных монстров.
Но я приятно удивлен. Это зомби? Прям как принц Персии пробежался. Thing is endless. Да эта штука бесконечная. Джек? Джек? Джек! Джек! Джесси, where are Джесси, you? Ты где? Gotcha. Попался. Oh, really wish I had that gauntlet right about now. Перчатка пригодилась, а? Yeah, maybe not this. Да, кажется, не сюда. Ого, что это такое? Паук? Крипер? Это же натуральный кошмар. Разумеется, где это видно, чтобы они ходили поодиночке? Нигде. О, нет. Какой-то. Gotcha. Вот эти кубики мне Супер Мит Бой напоминают. Nice. Look, Jesse. Слушай, Джесси, надо забраться на ту стену. Ого, ничего себе. Голем. Да, добегались. Прошло всего 5 минут, а вас уже поймали на попытке к бегству. Это просто невоспитанно. Этого заключенного в гриба... В гриба что-то там, короче, не успел прочитать. А этого ко мне. Жива. Закрой двери, пожалуйста. Do as you're told. Делай, что говорят. Go on. Sure. Хорошо. Obedient. Покорность. Good. Отлично. You and your band. Покорность, мое любимое слово. Может, у вашей шайки есть еще шансы справиться? Band of misfits. Шайки? О, let me show you. Дай кое-что. Радар. Радар. Нурм. You see, видите ли, у нас в Солнечном институте есть два типа гостей. Те, кто очень разозлил. Админа вроде тебя и твоего подельника, любителей драк. И те, кого админ присылает от себя, чтобы гарантировать послушание первой группы. Для такого задохлика твой очкастый друг на диво активен. Думаете, вы готовы ссориться со мной и моими друзьями? Ошибаетесь. Кто ссорится со мной, тот ссорится и с моим лучшим другом, админом. А этого вы точно не хотите. Приведи рычаги давления на Джесси, а? Задохлика. Интересный факт. Когда я впервые сюда попал, я был во второй группе. Мы были обычной парочкой хулиганов. Все было проще.
О, нет, нет, как же тут грязно. Ох, как неорганизованно. Я так с ума сойду. Джесси, хорошо, что с тобой все в порядке. Я так волновался. Это ужасно. Со мной все в порядке. Главное, что все в порядке с тобой. О, ты переживаешь обо мне? Поприветствуй, захватчик духа. Железная решетка удерживает жертву на месте, липкий поршень проталкивает блок железа ее голове. Может, к его голове? Ох. Я уже говорил, что ты можешь проследовать по моим стопам, и начать можешь прямо сейчас. Поработать над твоим плохим поведением и перейти на сторону добра? Работай на меня охранником и научи порядку этих бедных любителей хаоса. Не делай этого, Джесси. Так что скажешь? Ладно, хорошо, только прекратите. Ах, так радостно это слышать. Я там было так темно. Все, спокойно. Как тебя, радар? Ты сейчас пережил чудовищный опыт. Но не переживай, тебя проводит наш новый страж, помощник. Джесси, нет. Не знаю, сколько еще я смогу вынести. Не надо на меня так смотреть, это было ради тебя, радар. Я пытаюсь тебя защитить. Но нет. Так. Джесси. Стелла, что... как? Спасибо, конечно, за помощь там во льду, но я не могу позволить той истории мешать нашим новым профессиональным отношениям. Ага, уверена, ты понимаешь. Я знала, что для моего соперника настанет судный час. Вы двое что, знакомы? Это просто настолько неудивительно. А я удивлена, что это место еще не разнесено на кусочки. За этим заключенным нужен глаз да глаз, страж. Где Джесси, там обычно проблема. Брось, Джесси, никому не нравятся унылые противники. Будь как я. Я? Блистательный образец успеха. Только приехал и уже тебя шпыняю. Не здорово ли? Пошли, Рэндалл. Радар. Именно это я и говорю. Стелла права. У нас тут во главе угла верность админов. Чем крепче друзья друг за друга держатся, тем сильнее усложняют друг другу жизнь. Так что подумай о другом. Есть ценности поважнее дружбы. Ты всегда таким был? Всегда? Нет. Что вы скрываете, страж? Здесь не все заключенные ходят в оранжевом, Джесси. Пошли, соперник. Да, Джесси, иди. Грибатушку. Че за грибатушка? Именно это я и собираюсь предложить. Глазом моргнуть не успеете, страж, как я займу ваше место. Будь осторожнее со своими желаниями, Стелла. Грибатушка. Ну, музон определенно мне нравится, вообще четко. Надеюсь, не только в этом эпизоде будет такой музон. Может, и дальше будут такой же музон делать. Вообще четкий. Новоприбывшие, покажи им, что тут к чему. Ага, спасибо. Ау. А вы кто? Надеюсь, никаких претензий. Может, пару минут. Чао, Джесси, ухожу на свой пост следить за куда более крутыми камерами. Не завидуй. Или завидуй, могу понять.
Радар, ты в порядке? Если бы. Со здоровьем не важно. Мне нужно поесть, вернуть силы. Вы выбрали отличное место. Тут гости готовят тушеные грибы. Наверное, мне для этого нужны грибы. Вот, например. Грибы! Нет, гриб! Неправильно прочитал сначала немножко. Драка за грибы жестко вообще. Я умру от голода. Был и весь вышел. Радара больше нет. Просто сцапай пару грибов да ешь. Никак нет, шеф. Если я перейду дорогу этим громилам, мне конец. Блин, как же мне музыка нравится. Вообще шикарная просто. Что там с выходом? Тут точно не выберешься. Ну, что скажешь? Ты цел, дружок? Да я, все будет нормально, просто есть охота. Информативно, однако, информативно. Парень все не может отойти. Так, ну-ка, вот он. О, какой интересный. Oxblood. Hey. Привет. What do you want? Что тебе нужно, Guard? Стражник? How'd you get that Откуда у тебя там миска рагу? Не know, знаю, кто тебе что сказал, но это все неправда, стражник. Вали отсюда. Да ладно, ты просто так ушел, что ли? И за что ты сюда попал? Не твое дело. Стыдная история, не твое дело. Давай сперва я расскажу, была одна перчатка. Хватит. А ты пытался сбежать? Ага, так я и рассказал охране. Ну что ж, ладно, это было познавательно, типа, на самом деле нет. Ага, это было познавательно, в скобочках нет, да? Ладно. Вот, здорово, что ты скажешь? Ну-ка. Ну-ка, то есть поесть тут можно только подравшись за горстку грибов? Ага. Жестоко что-то. Клевое печенье. Ну, так. А где твое? Что? А как его получить? Ладно, слушай, я думал, ты знаешь, у охраны есть свой канал поставки ингредиентов. Стражам они не одобрены. Вот тебе какао-бобы, например. Пшеницы у меня для тебя нет, но могу сказать, где ее найти. Ладно, наверняка мы сможем договориться. Вряд ли, он совершенно недоговороспособный. Просто напомни ему, что ты помощник, а он гость. Так, возвращаться к нему, да? Ну давай побазарим еще раз. Это, говорят, у тебя может быть пшеница. Мне надо две. Не знаю, кто тебе снаушничал, но это в раке. Пшеница — это контрабанда. Кончай юлить, гость. Ну-ка гони пшеницу, не то испорчу тебе жизнь. Ну вы посмотрите, 5 минут на должности, а уже бычишь? Да кто бы говорил, сам быдло. Не вздумай это забыть, я теперь хочу к себе особого отношения. Ага, будет тебе особое отношение, ну да. Обойдется. Пшеница и какао, это все тебе, Джесси. Ни за что, я тут слишком давно, я не вынесу. Ого. Ничего личного, просто очень уж жрать охота. А ну отдай. Мне так жаль, просто так охота жрать. Эй, алло, что тут происходит?
Джесси! Джесси, я ожидаю от своих помощников куда большего. Одна печенька — это мелочь, это совсем мелочь. А вот это чье? You all know that weapons вы все знаете, что в Солнечном институте оружие строго-настрого запрещено. So who does this belong to? Так чье это? You might as well just come out давайте and tell признавайтесь. Me. It'll be so much так всем будет намного проще. Okay, okay. Ладно, ладно, краюсь. Мое оружие. I snuck it in. You liar! Ах ты вруша, да я вот этими руками его сделал. Лично украл древесину. Ой-ой-ой. Real smart. Ты просто фантастический умный. You know, вы знаете, что за правильности отсылают уровнем ниже, а значит... And that means... no, нет, только не шахты зомби, только не шахты зомби. Yes. Да, может, perhaps пособирав немного гнилую плоть, ты что-нибудь поймешь. Уведите его. Well done, прекрасная работа, помощник. Тебе удалось перехватить первую контрабанду. Продолжай в том же духе. Ну, хоть испеку радару печенье. Так, а для того, чтобы печеньку испечь, нужно скрафтить ингредиенты, да, получается? Кирпич. Помощник подошел к кирпичу и заметил, что этот ничтожный пленник описывает каждое его действие. Да, привет. Я помощнику незачем представляться. Кирпич знает, что помощника зовут Джесси. Он прикольный. Для Джесси открытие, что слава убийцы и сушителей и глава Ордена Камня гремит так далеко. Кирпичу интересно, что Джесси думает про человека, озвучивавшего все, что он видит. Кирпич ждет, пока Джесси что-нибудь скажет. Джесси одобряет Кирпича его замашки и весело подмигивает. Вот так. Кирпич рад, что его одобряют, но не рад, что Джесси ворует его фишку. Ну, реально. Он же первый придумал. Блин, я бы так бы продолжил бы в его стиле общаться, это же прикольно. За что ты сюда попал? Кирпич вспоминает, как Админу надоело его привычка вечно все пересказывать, и он сослал его в Солнечный институт, чтобы избавить от этой привычки. Кирпичу посулили свободу, если он прекратит, но нельзя сломить дух Кирпича. Он будет вечно пересказывать события. Пытался отсюда выбраться. Кирпич не хотел рассказывать об этом помощнику, но вспомнил тычки от других. О, эти тычки. В общем, он решил расколоться сам. Кирпич знает, что единственный путь на волю лежит через нору, бесконечный на виду лабиринт, полный монстров и кто знает чего еще. Еще Кирпич знает, что убежать за всю историю пытался лишь один человек, но не назовет ее имя. Кирпич более ни слова не скажет про заключенную X, поэтому Джесси решает не спрашивать. Нужна еда, не знаешь, где ее найти? Кирпич знает, что заключенные дерутся из-за бесценных грибов, но Джесси помощник. Когда работаешь на начальство, наверняка есть другие способы добыть еды. Пока что хватит, спасибо, Кирпич. Да пожалуйста. Пожалуйста, говорит Кирпич Джесси. Вот так вот. Надеюсь, ты учишься идти на контакт. Стойте, что? Это админ? Вы все оказались здесь, чтобы вспомнить о своем потенциале. Это запись? Давай. Надеюсь, вы его видите. Я вижу, потому что если нет, что ж, мы эту границу перешагнем, когда до нее доберемся. А пока что демонстрируйте контактность и можете стать главным чемпионом. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.